За названием Xiaomi Mi Portable Air Pump скрывается универсальная вещь, способная накачивать шины для скутеров, велосипедов и автомобилей, а также мячи и надувные матрасы. Компрессор очень удобен в эксплуатации, экономит время и избавляет от лишних движений, к тому же он портативный. Визуально насос похож на пресловутый Powerbank. На лицевой стороне разместился информативный OLED-дисплей. На нем отображаются режимы и текущее давление в шинах. Под ним физические кнопки управления. Плюс, минус, подсветка. Кстати, предусмотрели яркую подсветку для подкачки ночью. Выбор режима, начало и остановка работы. По бокам и снизу на корпусе разместили вентиляционное отверстие для охлаждения компрессора во время работы. На корпусе сверху трубка насоса и светодиодный фонарик, который отлично справляется со своей задачей в потемках. Красным цветом обозначен разъем для хранения трубки. То есть достаете трубку, насос включается, вставляете обратно, выключается. Спустя 3 минуты бездействия для экономии заряда насос автоматически выключается. Снизу на корпусе микро-USB разъем для подключения кабеля зарядки. Там же индикатор с тремя цветами отображения уровней заряда аккумулятора. Для хранения и транспортировки насос комплектуется черным мешком, в кармане которого помимо стандартной насадки, игла для накачки мячей и насадка Presto под новый велосипедный стандарт. Инструкция по эксплуатации. Насос Xiaomi изначально запрограммирован на 4 уровня работы и давления. Велосипед, мотоцикл, автомобильные шины, мяч. На дисплее каждый уровень отображается соответствующей иконкой. Для каждой задачи предусмотрен оптимальный уровень давления. Отображается в барах. Есть возможность самим внести коррективы в зависимости от задачи и ситуации. При достижении заданного уровня Xiaomi Air Pump останавливается. Также с помощью насоса можно просто проверить уровень давления. Насос оснащен встроенным аккумулятором мощностью 2000 мАч. Для его полной зарядки до 100% требуется 3 часа времени. Я специально протестировал насос в полевых условиях. Итак, сколько времени потребуется для полного накачивания велосипедной шины, баскетбольного мяча, автомобильной шины. Начинаем с велосипедной шины и включаем секундомер. Готово. Потребовалось всего 1 минута и 50 секунд времени. Баскетбольный мяч. Время пошло. Практически 1 минута 50 секунд. Ровно как и колесо велосипеда. Автомобильная шина 13 радиуса. Засекаем время. Насос автоматически останавливается. Это заняло 25,5 минут. Mi Portable Air Pump показал высокую производительность и даже превзошел мои ожидания. Легко накачивать шины любого типа, а мне при этом не нужно напрягаться и делать лишние маневры. Играет роль насоса с возможностью проверки уровня давления в шинах. При этом он относительно легкий и компактный.